судьбы. Удачу одолжить нам, поделиться фортуной с нами пополам. Это жизнь во лжи, криминальная жизнь. Ебанулось, что ли, блядь?
ебанута так его. Военная драма может заработать примерно 360 миллионов. Про евро. Курс евро 43 рубля. Трамваю тоже чистит дорогу. Ты именно, ты сам говоришь, что пьем дохуя, зачем я тебе там? О, боже мой, кошмар такой. Охуеть.
крутой гимн. У нас самый крутой гимн, понятно? У нас настолько крутой гимн, что мы даже второй куплет не знаем. Понятно? Мы на первом выкстрелим. Ну ты ж хоть чуть-чуть третий твою мать же смотри, что ж ты делаешь-то, а? Пиздец нахуй. Ебучий слово. Ох, блядь, вы ебись, а? Всегда,
это дело. Количество клиник, предлагающих услуги пластической хирургии, ну просто колоссальное. Ну огромное количество. Это выбрать совершенно верно, довериться. Серьезные люди так с деньгами. Ну, попадают. Вдруг наполнятся красным, и наши прежние страсти под мётом бытовых ненастей наши чувства заледенеют. Я муж сейчас пищу, блядь. Мы все наслаждаемся. Первая строчка, да. Мы все наслаждаемся. Да, можно объяснить. Да, да, хотя. Ух ты, ебать, смотри! Машина? Да!
Тихо, перерез выскочил прям. Алиса рисует в альбомах, Алису гостят. Это хороший, послушный маленький песик, и советую вам оставить его такую, и не высыпать. Нима всегда готова к бою, была немало не смущена тем, что перебранка состоится на работе. Ай-яй-яй, блядь. Стрим, блядь, садит. Фу. Твою мать, блядь. А, ну у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный в рот! Ой, Серёж, какой ты умница! Thank you.
бабища, ебать твои старые костыли нахуй. Вышнеспеременные осадки маловероятные, пробки в городе к этому часу составляют 4 балла из 10. Радио для двоих. Ублюдок, блядь! Мне так надоел. Я же сказала. В сбербанке, что ли? Сука! Дебил! Хорошо, что мы далеко стояли. Капец, блин. Как он так? Ебать! Твоя, твоя, твоя!
нахуй, сука! Саме проблеми, про які ви говорили, політичні та правові. Так, це ми можемо разом зробити. Спочатку перше. Что она с 12 лет воспитывалась отцом, отсюда любовь к музыке, в основном старые, люблю горные лыжи. Ёбаный и дальше уроки продолжает. Будете смеяться, играю в футбол. Там же, смотри, система какая, вот сколько надо, сколько мог быть. Вау. Ой, господи, Слава, тебя еще хоть любит, смотри, живые. Почему именно рэпер? Я, мы скульптуры.
Охуеть! Приема пищи в течение дня, которые должны быть, потому что я всем рекомендую питаться часто, немного, 5-6 приемов пищи в день. Маргарита, ну, да, часть, конечно, на работе и заботиться о том, что мы будем есть. Хорош, охуенно просто, красавчик.